Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Tesla Model S. Ремонт правого заднего крыла. Я уже делал эту машину полгода назад. Повреждения абсолютно одинаковые. Только в прошлый раз я все это заваривал. Как можете видеть, повреждения одинаковы. Только теперь владелец хочет поменять этот кусок. Вот он. Немного помять, но это лучше, чем опять все варить. Ремонт начинается. Кузов полностью из алюминия, поэтому поврежденные места необходимо греть. I wish you'd stay, but there you go. I have so much I wanna say to you, much I wanna say, but there's no time. We used it all. Still have so much I wanna talk about, but I messed it up and there you go. Oh, 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 there you go.
Моя работа сделана. Для ремонта я использовал кузовной клей, заклепки и сварку по алюминию. Эта работа заняла 8 часов. А теперь бонус. Установка задней рамы для запасного колеса для Toyota Land Cruiser. Итак, это машина, это рама, крепление для рамы. Нужно установить все сюда. Начинаем. И первым делом разбирают кусок на части. Затем буду знать, как и что устанавливать на машину. Нижнее крепление стоит на болтах. Верхнее крепление приварено. Выдернул крепление, и теперь я знаю, как установить их на машину. Шаблон для отверстий сделал из донорской части. Кое-как всунул крепление, но перед сваркой устанавливаю раму. Вот теперь могу сваривать. Теперь антикоррозия, и после этого устанавливаю снятые детали.
Ну а на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!